Здравствуйте! Это видеоинструкция по размещению заказа Oriflame в Беларуси на новом официальном сайте oriflame.by. Сегодня мы с вами рассмотрим доставку на СПО, сервисные пункты Oriflame. Онлайн-заказ – это самый быстрый, комфортный и современный способ приобрести продукцию Oriflame. Никаких очередей, не нужно выходить из дома, все, что вам требуется, это подключенный к сети интернет-компьютер. Итак, заходим на сайт oriflame.by. Зайти можно двумя способами. Если вы находитесь на нашем сайте orilove.by, в верхнем правом углу вы видите вход для консультантов. Нажимаем «Из Беларуси». Перед вами откроется окошко, куда нужно вводить ваш номер консультанта и пароль. Это первый способ. Либо второй способ. Открываем новую вкладку и печатаем с вами, вводим адрес oriflame.by. Здесь мы видим новый, обновленный официальный сайт oriflame.by. В правом верхнем углу нажимаем кнопку «Войти». И опять же необходимо ввести e-mail или номер консультанта и пароль, которые пришли вам в электронном письме или SMS от вашего информационного спонсора. Здесь мы видим наш личный кабинет. Подтверждение этому приветствия. Вы увидите вашу фамилию, имя и отчество вот в этом левом уголочке. Заказ в компании Oriflame можно сделать двумя способами. Итак, рассмотрим первый вариант. Если у вас нет на руках бумажного каталога, мы можем воспользоваться электронным. Находится он в верхнем левом углу. Нажимаем «Каталог». Вот так сейчас выглядит электронный каталог. Курсор мышки в форме лупы, вы видите. Мы можем нажимать на стрелки «Листать каталог вперед, назад», выбирать продукты. Также нажимать на страницу, она приблизится, увеличится. Обратное нажатие лупы, все вернется в обычное положение. Под разворотом каталога представлены продукты, которые находятся на этом развороте, их описание. Полистаем вперед, еще раз покажу. К примеру, декоративную косметику. Вот описание, губная помада, всевозможные оттенки. Вы видите уже цену продукта, которая поставлена с учетом скидки 18% для вас, как для зарегистрированных пользователей. Вы видите баллы лояльности, код, цвет. В скором времени здесь будет поставлен рейтинг, поэтому оставляйте свои отзывы на сайте о тех продуктах, которые вам особенно понравились. И вводим количество «Добавить в корзину», если нас заинтересовал этот продукт. К примеру, выберем любой оттенок. К примеру, пурпурная фиалка, количество 1, и добавим, нажмем «Добавить в корзину». Вы увидите, что в корзине появился один продукт, написано какой продукт, количество и его цена. Можно нажать «Вернуться к каталогу», если вы хотите выбрать еще продукты, полистать его. Если не хотите листать каталог в таком формате, а вы знаете уже страницу, на которой находится ваш продукт, просто не знаете кода, вы можете нажать «Обзор каталога». Каталог представлен в виде вот таких разворотов. Можно полистать, посмотреть, какой ассортимент представлен. Если вам нужны ароматы, сразу видите, где ароматы, где продукция по уходу за телом, где аксессуары и так далее. Вот, к примеру, открыли разворот 132-133. Под этим разворотом, видите, тут представлено 5 продуктов. Можем опять же вот нажать, посмотреть, почитать описание каждого продукта. Шампунь для окрашенных волос «Миндаль и клубника». Количество 1. Видите, тут написано «нет в наличии». То есть на данный момент, так как этот продукт с очень большой скидкой, его разобрали. Очень удобно, сразу видно, что можно подобрать другой продукт, либо другой шампунь. Вот, например, шампунь для нормальных волос добавить в корзину можно, значит, он есть на складе. И шампунь для жирных волос, крапива и лимон, большой объем, тоже есть на складе, можно его добавить в корзину. Это первый способ. Если мы знаем коды продукции, то можем воспользоваться формой быстрого заказа. Находится она вверху справа, возле корзинки. Написано «Быстрый заказ». Нажимаем. Появляется таблица. Мы можем внести уже туда код продукта и количество, которое нам необходимо. Ну, к примеру, введем код 22442. Здесь сразу вы увидите, что это за продукт. Женская парфюмерная вода Love Potion. Можете ввести количество и так далее продолжить формировать ваш заказ. Также хочу сказать, что в каждый заказ автоматически вкладываются продукты по льготной цене.
Это один каталог следующего периода. Это пластиковый пакет и каталог Wellness. От этих продуктов можно отказаться. Здесь вверху есть об этом напоминание. Но я не советую, я сама от этих продуктов никогда не отказываюсь. К примеру, пакет очень удобен и в обычной жизни. И заказ к вам на СПО придет в коробке. Чтобы не брать с собой пакет из дома, переложили в пакетик аккуратно и унесли ваш заказ. Если мы внесли все, что нам нужно, листаем вниз, нажимаем «Добавить в корзину». Мы с вами попадаем в корзину. Это очень важный этап. Здесь мы видим, что добавили при помощи электронного каталога, при помощи формы быстрого заказа. Вы видите, что здесь есть уже некоторые продукты. Возможно, вы забыли их удалить из корзины, они были внесены раньше. Если что-то не нужно, мы можем с вами удалить. Если количество стоит не то, которое нужно, мы тоже с вами можем его изменить. Можем вот с помощью стрелочек изменить количество. Да? Если все хорошо, мы посмотрели с вами, коды соответствуют, название, все то, что мы хотели заказать, нажимаем кнопку «Продолжить». И попадаем в следующий этап, который называется «Детали заказа». Вот он, детали заказа. На этой странице мы сможем с вами увидеть те продукты, которые добавили в заказ, увидим их цену, количество, баллы бонуса, которые начислены за них. Также добавленные продукты, о которых я вам говорила, это каталог Wellness, это пластиковый пакет, который стоит всего 800 белорусских рублей, и один продукт по льготной цене, каталог нового периода 4700 рублей. Здесь мы можем увидеть настройки личного профиля, есть графа получения заказа, мы с вами ее рассмотрим, да, и именно оплата заказа. Итак, в разделе получения заказа нам с вами необходимо выбрать способ и место получения. Чтобы определиться с конкретным местом доставки, чтобы уточнить, на какое СПО вы бы хотели отправить заказ, что нам нужно сделать? Мы переходим, можем перейти вверх. Можем просто сразу нажать «Отдел обслуживания», нажимаете «Скроллинг», это колесико, открывается в фоновой вкладке. И тут очень интересная информация, нажимаем именно «Контакты сервисных пунктов Oriflame». Вы увидите зеленую карту Республики Беларусь, и, которая разбита по областям, выбираете нужную область. Я выбираю Брестскую область и вижу список СПО города Бреста Брестской области, их адрес, телефон и режим работы. Определитесь с местом, где вам удобнее будет забирать ваши заказы. Я определилась уже, это город Пружаны, СПО номер 150. Запоминаю номер СПО. 150. Возвращаемся к нашему заказу. И если вы внесете СПО, вы увидите, что рядышком появляется сервисная плата. Она составляет 13 800 рублей. За что такое сервисная плата и за что она взимается? За то, что ваш заказ со склада в городе Минске будет доставлен именно на СПО в вашем городе. Заказы отправляются в областные, районные центры, города Беларуси и СПО города Минска. Чтобы не платить деньги за доставку, уменьшить сервисную плату, компания Oriflame предлагает распродажу, которая так и называется «Продукт за доставку». Чтобы посмотреть эти продукты, мы поднимаемся вверх страницы и выбираем «Продукт за доставку на СПО». Здесь мы увидим, как оформить заказ, доставка, какие сроки, какова плата за доставку, что такое сервисный комплект, сколько он составляет в белорусских рублях. И чуть ниже видим вот эту распродажу «Продукты вместо платы за доставку». Каждый каталог, этот список меняется. Данные продукты не добавят вам баллы бонуса в заказ, но зато вы сможете сэкономить, во-первых, на не платить за доставку деньги, а во-вторых, приобрести продукт по очень выгодной цене, ведь скидки здесь до 80%. Видите, какая большая распродажа. Я уже остановилась на одном продукте. Мне понравилось предложение туалетной воды мужской «Kick Off». Это приятный аромат, 30 мл, всего 33 200 рублей. Я запоминаю код. 34164. Перехожу в форму быстрого заказа. Вношу этот код. Вот он, действительно, туалетная вода Kick Off. И добавляю его в корзине. Корзина пополнилась на этот продукт, но вы видите, что в корзине этот продукт отражается по полной цене 138 тысяч. Здесь не учитывается некоторые специальные предложения. Вы не обращайте на это внимания. Нажимайте «Продолжить». Итак, что у нас получилось? Наш заказ, вот эта туалетная вода Kick Off, выделена как специальное предложение, и цена всего 33 200 рублей. Обращайте внимание на количество,
чтобы оно было единичка. Если количество 0, значит этого продукта нет на складе. Вы можете его заменить на аналогичный, нажать вот здесь «Изменить заказ» и изменить этот продукт, внести какой-то другой, выбрать. Если все нас устраивает, спускаемся вниз. Там, где двоечка получения заказа, вы видите, что сервисная плата стала всего 3700 рублей. Замечательно. Выбираем сервисный пункт. Вот он, СПО. Выбираем город, который нам надо. К примеру, для нас это будет Пружаны. И выбираем именно СПО номер 150, Киселевич. Сразу же здесь адрес СПО, его график работы, сервисная плата, которая уменьшилась до 3700 рублей. Пересмотрите еще раз ваш заказ, все ли вас устраивает, все ли действительно продукты присутствуют и количество 1. Если все хорошо, вы нажимаете кнопку «Сохранить». Также хочу сказать, что в Беларуси компания Reflame поставляет на СПО заказы только по предоплате. Заказ можно оплатить в любом почтовом отделении, зачислив деньги на ваш номер консультанта или через систему электронного кошелька EasyPay, а также в личном кабинете с карточки Приорбанка. Это наиболее простые способы оплаты. Ну а обо всех вариантах оплаты вы сможете узнать на нашем сайте orilove.by. И еще следует вам сказать, что заказ необходимо оплачивать в течение 4 банковских дней. И если вы нажмете кнопку «Сохранить», то уже вы заказ не сможете изменить. Поэтому если вы внесли продукты в заказ, но еще хотите что-то дозаказать, полистать каталог, не нажимайте кнопку «Сохранить», все эти продукты останутся у вас лежать и дожидаться вас в корзине. Ну а если вы решили, сформировали заказ окончательно, решили его сохранить, после того, как вы нажмете кнопку «Сохранить», будет открыта страница подтверждения заказа, вы увидите свой заказ, номер заказа, адрес доставки, фамилия, имя, отчество, номер консультанту и сумму заказа. Если нужно, вы сможете распечатать бланк на своем принтере. Если у вас есть mail и вы внесли его в ваши настройки личного профиля, то информация о заказе будет отправлена вам на mail. Ну и подробную информацию о размещении, получении, оплате заказов ищите на нашем сайте orilove.by. На этом наш видеоурок окончен. Успешных вам заказов и спасибо за внимание!